11 марта в 12.10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чынарлы Тувузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Тувузского района. Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана. Напомним, что в феврале 13-16, а также 24 и 25 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Подразделениями вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. Кроме того, 14 февраля вооруженные силы Армении попытались с разведывательными целями запустить квадрокоптер со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Заркен Пасаркичарского района, и провести его над позициями нашей армии в направлении населенного пункта Истиблах Кельбяджарского района. Thank you.